В этом году все мы с вами переживаем особое время. Время трудностей, время сложностей, время преодоления тех ситуаций, которые возникают в жизни всех людей. Продолжается пандемия коронавируса, и буквально каждая страна, каждый народ переживает особые страницы истории, которые затем будут как-то осмыслены, будут сделаны определенные выводы, но сейчас есть очень много сложностей, есть очень много трудностей, есть очень много непонимания того, что будет происходить дальше и как мы должны поступать. И вот все происходящее сегодня напоминает мне о таком очень интересном выражении, которое мне нравится и которое заключается вот в таких словах. Важно не то, что с тобой происходит, а как ты к этому относишься. Вот то, что сегодня происходит в жизни большинства из нас, является в определенной мере кризисом в том значении этого слова, которое означает судебное разбирательство или состязание сторон. И вот сейчас действительно идет такое состязание сторон внутри каждого из нас, потому что мы можем в нынешних обстоятельствах проявить себя по-разному. Мы можем, с одной стороны, имеем такую возможность проявить самые лучшие качества нашей души, когда мы, видя проблемы, видя трудности людей, которые оказываются рядом с нами, протягиваем им руку помощи, когда мы оказываем те необходимые дела милосердия, которые мы должны делать в повседневной жизни, но сегодня у нас больше для этого поводов, нежели обычно. Но в то же время в человеке вот в эти дни особенно, к великому сожалению, могут развиться и самые худшие качества, которые есть в каждом из нас. И мы можем развиваться в совершенно ином, обратном, противоположном направлении. Поэтому все то, что происходит сегодня, это действительно вот такой кризис для каждого из нас, который мы должны осмыслить, который мы должны воспринять как то, что может позволить нам либо вырасти, либо стать выше тех обстоятельств, которые нас окружают, либо поддаться вот этой ситуации, сдаться и, к сожалению, начать деградировать. Выбор, как всегда, за каждым из нас. Но от того, какое мы примем решение и в каком направлении мы будем развиваться, зависит и то, насколько мы сможем действительно преодолеть последствия вот этого кризиса, вот этих трудностей, которые, несомненно, когда-то прекратятся. Но все мы с вами будем уже другими. Мы будем смотреть на все происходящее совершенно иным взглядом, и во многом вот наш взгляд и понимание того, что с нами произошло, будет зависеть от тех поступков, от того вектора нашего развития, который мы определим для себя сегодня.